Всем привет, с вами Эдри Чент. Ну что, Heavy Rain? Знаю, что многие ждали, многие просили. Я надеюсь, что вы посмотрели все предыдущие выпуски. А закончили мы на том, что мы были в клубе. Там был как... Там, в общем-то, наконец-то был этот убийца. Грохнули этого главаря клуба. Наша барышня начинает тоже понимать, кто может быть убийца. Короче, понемножечку карты вскрываются. Эдри. Были истории про двух братьев. Что случилось? И один из братьев является убийцей. Я не смог. Я должен был убить его ради Шона. И я не сумел. Ты не мастер оригами, Итан. Ты не совершал эти убийства. Ну, мы уже поняли, это что точно. Это не он. Мы это уже поняли, что не он убийца, да. Что это меняет? Главное сейчас спасти Шона. Мне что-то кажется, что это второй брат. Не знаю почему. О-о-о-о-о! Что это вы так, это я прям это... Давай поцеловать. Ну, она лезла целоваться, ну, давай поцелуемся. У нас же тут любовь, она тебя спасла там. Это я еще управляю этой романтикой, да? Можно, пожалуйста, только без этого продолжения банкета потом? Как бы, чтобы это осталось немножечко за кадром. Так, ребята, так, если что, я готов выключать. Я готов выключать, так, так не надо! Не надо, все, так, эй! Так, только будет намек на сиськи, говорю сразу, ребят, если вы увидели момент, все, Чент убрал. Ну его, YouTube такое не любит. О, все, о, я все, о! Боже мой. Все, по-моему, попахивает именно тем, чем это, чем я думаю. Все, стоп. А можем, типа, как бы оттолкнуть? Нет? А, нельзя? Ну, типа, я ее погладил. Нет? Ой, сейчас что-то будет. Ой, сейчас что-то будет. Ой, ребята, не надо. У нас же игра нормальная, хорошая была. Культурная игра. Что там заставляете нажимать мне кнопочки? Она что-то рот открывает не там, где надо. У вас странные поцелуи. Все, тихо. А, не надо! Все, я вырубаю сейчас. Все. Это был последний момент. Короче говоря, я вырезал некоторые моменты. Не будем мы травмировать YouTube. Они переспали. Что такое? Я постарался максимально нежно. Вот, нежно. Оп, типа я Рутю достал. У нас тут теперь любовь. Что такое? Не, ложиться мы не будем. Мы, наверное, хотим встать. А что мы хотим? Я потерял слишком много времени. Я должен пройти последнее испытание. Ага, он хочет пройти последнее испытание. А холодильник пустой, чувак, да? Жрать нечего. Ну давай, а как пройти последнее испытание? В других обстоятельствах у нас с ней могло бы что-то получиться. А, то есть это так было? Секс на разочек? Ты хочешь пойти помыться? Ну давай. Да не, мне кажется, что тебе на улицу выходить? Она еще спит. Это хорошо. Я просто уйду, без прощаний и объяснений. Прям хочу идти по-французски, да? Что ты хочешь, чувак? Я уже и так, и сяк. Проснуться хочешь? Ну давай проснемся. Ой, пальца у тебя нету, я забыл уже.
Ладно, писать будем? Не хочешь писать? Смотри. Так, надо, чтобы ты оделся, ты же в трусах не пойдешь. А где твои... А, вот твои вещи. Это твои вещи? Ты что, в трусах решил уйти? Ну да, о, вещи твои. Я же думаю, где твои вещи? Давай. А где они, здесь? А, вон они лежат. Так. Сейчас малыха проснется. У тебя что, там футболка из гипса? Как-то она так квадратно на тебя одевается. Все, теперь мы можем идти, правильно? А как испытать? А, вот стоп, последнее испытание. Подожди, теперь кучерявый, теперь ты оделся. Ты можешь взять испытание. Вот. Последнее. Последние буквы 961. А, типа я теперь знаю, куда идти? Она единственный человек, кому я могу доверять. Но следующее испытание я должен пройти один. Окей. Опа. А, это ее куртка или что это? Ну бери, раз уже упала. Она его фотографировала. Мотель. Чего, бля? А зачем? А что там написано? Оно не покажут, типа? А я не знал. Все время у меня за спиной. Итан, что случилось? Я думал, что важен тебе. Слушай, я... Ты неплохой врач для долбанной журналистки! Итан, я хотела признаться, но... И что за статью ты собиралась писать? В постели с серийным убийцей? Нет, нет, по следам мастера оригами. Может, напишешь книгу? Надеюсь, она того стоила! Итан, ты не так понял, я... Ты врала мне, Мэдисон! Все это время ни слова правды! Я думал, ты хочешь помочь, а ты думала только о своей сраной книге! Ну, она типа ищет другого мастера оригами. Она знает, она, что это не он. А он прочитал там типа, что это я... Правда. Я журналистка. И, конечно, я знала, что ты отец похищенного мальчика, и... И я хотела написать об этом. Потом я увидела, на что ты готов ради сына. И я поняла, как ты его любишь. Я хотела сказать тебе правду, но не смогла. Я боялась, что ты... Что ты мне не поверишь. Боялась, что ты прогонишь меня. Я хочу одного. Только чтобы ты спас Шона. А после всего этого я хочу быть с тобой. Ну, прости, давай. Ну, не хочется, прости, но мне кажется, она неплохой человек. Ну, правда. Прости меня. Вроде она реально пытается ж помочь, тоже там выбивает какие-то сведения. Ну, насколько я это понимаю, правильно. Уходишь. Верно? Меня ждет последняя фигурка. Последние буквы, и я узнаю, где Шон. Береги себя, Итан. Я не хочу тебя терять. Я пойду куплю что-нибудь перекусить. Подожди меня, я вернусь через 10 минут. Да хрен он тебя подождет.
Что-то мне кажется, что это его брат, вот тот мастер оригами. И типа якобы он не умер. Теперь надо найти его сына. И кажется, я знаю, где искать. Где? Я так боялась, что он не поверит мне. Идиотка. Надо было сразу признаться. Мы найдем его сына и докажем его невиновность. Я смогу помочь ему. Теперь он знает, кто я. Я, кажется, влюбилась. Ага. Так а что ты хочешь? Я уже забыл. Поесть или что она хотела? Я уже забыл. Я пойду. Я что-то покушать она хотела. Сказала, я через 10 минут вернусь, а я что-то протупил, куда она собиралась. Ну ладно. Так. О, полиция. Ага, ага. Копы. Они разыскивают Итана. Сейчас начнут обыск. Так, и нам нужно как-то бежать. Ага, мне нужно позвонить, предупредить Итана, да? Что происходит? Вообще супер. Прямо как на шоу в телеке. Ну надо же, мастер оригами снял у нас номер. Так, телефон. Записался под другим именем, но я узнал его в лицо. Угу. Ну же, ну какой там номер? 207. Давай, давай. Возьми трубку. Алло? Полиция. Они в мотеле. Беги, пока не поздно. Так. Сейчас будет побег у нас. Я готов. Давай. АСД. АСД. Он убегает. Держите. АСД. АСД. Главное не лохануться по кнопкам. Давай, 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 Итан. Так, спокойно. Бля! Отвлекся. Давай туда. Вниз. Ни хрена. Вверх. А. Давай, по крыше пойдем. АСД. Ага. Давай сюда. А! Опа! С! С! Вниз! АСД. Давай, 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 клацаю, клацаю, клацаю. Давай, давай, давай. Ты мой Ямакаси. АСД. Что, все? На колени. Руки на кол. Тише, тише. Лучше не рыпайся. Ты окружен. Сдаться, прыгнуть, прыгай. Вот дерьмо! Убегай! Давай, давай, я, блин, поверил в тебя. Я не знаю, блин, что было бы. Пошел! Ну, упал, конечно, прям праведно ты. Такси. Типа выкинем чувака? Эй,
совсем долбанутый? Ого! Ух! А мы могли сдаться. Но мы не сдались. Вот это побег из курятника только что был. Ух! Ух! Прям! Скотт Шелби, ага. Ага, это ж он типа нашел того чувака. И он правильно нашел. А у него ключи есть? А, это же его дом, ты, блин. Лорен? Лоханулся. Простите, Скотт. Зря вы не послушались, мистер Шелби. Предупреждал же, не лезьте в это дело. Ваш сын серийный убийца. Скольких он должен убить, чтобы вы его сдали? Горди не подарок, но он мой сын. У вас нет детей, мистер Шелби. Вы не в силах меня понять. Сами напросились. Расследование окончено. Совсем. Серьезно, сын? Так там вроде не сын убийца. О, блядь, надо мне спастись. Лорен! Черт! Лорен! Лорен, очнись! Давай, 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 Лорен! Давай, давай, давай! Давай, еще! Ой-ой-ой-ой-ой, бля. Вот идиот. Ничего не получится, если не включить зажигание. Окей. Ага. Теперь. А, он хочет, чтобы работала эта штука. Давай. Так. Ну, перерезай. Бля, сейчас рэпнет. Есть. Так, теперь. Лорен. Ее развязать. Давай. Хотя она нас предала. Он ее не спас. А мы могли ее спасти? Хотя она нас реально предала. Жопа с трусами. Ублюдок. Да и ладно. Я тебя убью. Ладно, хрен с ней. На самом деле предательница. Мы, наверное, могли ее спасти. Хотя, бля, хрен его знает. Лорен, Лорен, хотя ее тоже привязали. Если бы она была прям за него. Знаете, я не хочу, чтобы Лорен умерла. Хочу попробовать, давайте еще раз. Я думал, что мы будем ее спасать. Мне интересно, мы можем реально ее спасти? Вот мы сейчас вернемся и нажмем а-ля загрузить. А, не, не так. Эпизоды. А, это, наверное, ж правильно будет. Вот это вот в западне. Оно. Вроде бы оно. Попытаться снова. Ну да.
Просто мне интересно, мы могли а-ля спастись? Вот это вот интересно. То есть я-то спасся, но я не спас ее. Лорен? То есть история никак не могла пройти по-другому? Пропустить я не могу, да? Ну зря ладно, тут сейчас быстро все будет. Шелби. Предупреждал же, не лезьте в это дело. Ваш сын серийный убийца. Скольких он должен убить, чтобы вы его сдали? Горди не подарок, но он мой сын. У вас нет детей, мистер Шелби. Вы хотя если бы она прям... Понять. Но она его сдала. Сами напросились. Но с другой стороны, от нее же и избавились, да? Блин, давайте попробуем еще раз. Если снова ничего не произойдет, как бы... Тогда, типа, хрен с ним. Так, в первую очередь надо себя развязать. Давай, попытка номер два. Хочется чуть по другому сюжету пойти. Давай, махаем. Смысл Лорен трогать нету, поэтому просто махаем, не тратим время. Давай, 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 давай. Ни хрена. Так. Дальше заводим. Окей. Дальше. Так. О. А, то есть у меня бы так ни хрена бы и не получилось. Надо сразу стекло было бить, да? А ты, бля, жопа зла. А, не, получилось. Так, теперь Лорен. Нужно ее развязать, да. Тихо, 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 тихо. Так, развязать Лорен. Лорен! Лорен, очнись! Лорен! Развязываю ее. О! 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 Вот теперь выбиваем. Вот. Вот. И теперь ее забираем. Ну, забрал он ее? Да, забрал. Вот что я хотел. Есть. Хотя я думал, что он так и сделает. А он, зараза, начал просто стекло выбивать и не вытащил ее. Все. Ну, то есть моя тактика была такая, ее спасти. Все, супер. А теперь мы узнаем, что так произошло. Я собирался заняться плаванием. Но только не таким образом. У тебя есть машина? От моей ничего не осталось. Да, есть. Что ты будешь делать? Пришло время свести счеты. Идем, пора домой. Все. Запри двери и окна и никого не пускай без меня. Ладно? Осторожнее, Скотт. Не хочу тебя терять. Не, ну он на нее не в обиде. Вот, я не хотел ее, чтобы она умирала, правда. Все, теперь мы продолжаем. Дальше, то есть мы теперь идем мстить. Ну давай. Я теперь злой дядька. Не, давай как-то по красоте как-то зайдем. Слушай, реально мы будем так заходить? Я сказал, по красоте зайдем. Не, ну ладно, согласен. Бля, по красоте так по красоте ты зашел. Беру свои слова назад. Так зайти, конечно, надо уметь. О, так мы прям со стволом уже. АСД. Ну мы готовы, давай. Понятно. Это что за хитмен? О, бля, С. АС. А. Бля. АСД.
С. Дальше. Просто, бля. Бля, Джон Уик. АСД. АСД. А. АСД. Бляха-муха. Ты просто Джон Уик. АС. А. Ой, бля. Завтыкал. Назад! Не подходи! Стреляю! Выбивай сраный с него. Урод. Согласен. Прошу, не у... На, бля! А теперь ему палку в сраку. Давай его, давай, вот так вот. Это твой придурок сын убивал детей. Он мастер оригами. Сейчас скажет нет. Нет, нет, он не виновен. Он не убийца, не убийца. Я тоже знал, что это не его сын. Там какой-то огромный мужик. А это брат того. Ты чертов лжец. Говори правду. Не, он нет. Не врет. Пожалуйста, не бей меня. Наверное, он кого-то, может, и убивал. Говори. Ну, не детей, да? Не знаю, я клянусь, ничего не знаю. Так он, на когда ты хотел меня убить, да? Нет, нет, умоляю, я скажу, я все тебе скажу. Все, ждем, хай скажет, не душим его, ну. Горди, Горди ищет развлечений, понимаешь? Он захотел подражать мастеру оригами. Он похитил парня. Слишком долго продержал его под водой. Несчастный случай. С каждым могло произойти. Ага. Он хотел поиграть. Горди признался. Он так плакал, так сожалел о случившемся. Что бы он ни сделал. Горди. Горди мой сын. Что, просто уйдет? Кому он нужен? Что? Да тот убитый мальчик. Кому он нужен? Уличный сброд их, как собак нерезанных. Все, можешь убивать его. Ах ты, дерьмо собачье. Согласен. Давай. Ну. А как же Джон Шепард? Зачем носить цветы на могилу? Мне принадлежала стройплощадка. Не могу забыть. Ношу цветы на могилу уже 30 лет. Что? У Джона был близнец. Что с ним стало? Вот. Не знаю. Вроде бы отдали другой семье. А это является его наш мать, чувак. Наверное, знает. Отец, который ищет сына. Шепард. Все, можешь его грохнуть. Ладно, он сам сдохнет. Сердце. Скорей. Ага. Мне нужны таблетки. Не давай. Там, он считает всех сбродом. Нет, уйти, пошел чертов он в сраку. Ублюдок. Пусть подыхает. Абсолютно согласен. Пошел в сраку. Ты, блин, кусок говна, блин. Уходим. Не, какой и остаться, уйти. Шелби. Ага. Вернись! А, вернись! Не уходи, мать твою! А, ты, мать вернись! Твою, хотел нас тоже, бляха-муха, убить, утопить. Ни хрена, правильно я сделал. Ни капли не жалею, говно собачье. Вот так, бля. Не хрен тебе было спасать. Вернись, вернись. Все, сердечный приступ. Расстрелял всю охрану и сам сдох. Вернись, бля. Хотел меня грохнуть и вернись. Еще назвал, что этот сброд. Кому нужен этот мертвый мальчик? Ну все, это были твои лишние слова. Доигрался, кучерявый.
Так. В больницу приехала. Шону осталось всего несколько часов. Надеюсь, я не зря сюда приехала. Джон Шепард умер 30 лет назад. Надеюсь, его мать... Здравствуйте, могу я видеть Анну Шепард? А-а-а. Распишитесь, пожалуйста. Она хочет узнать типа про брата, и что, как. Вы, наверное, родственница. А она типа в доме престарелых. Да, что-то вроде того. О, она так рада будет видеть вас. К ней же никто не приходит. У нее болезнь Альцгеймера. Почти ничего не помнит. Но ей будет приятно, понимаете? 19-я палата, в конце коридора. Спасибо. Короче, она много нам чего не расскажет. Я ищу комнату номер 19. Но, может быть, что-то узнаем от мамы. 19-я. Ну, пошли. Так. Что, прям в самый конец идти? Цветы. Давайте по цветами пойду. Не, нельзя. Так, 12. Я ищу комнату номер 19. Ну, я понял, окей. 16 и 19. Что оно там на этом? На искусственном или что? Что пикает? Миссис Шепард? Что, пора принимать лекарства? Нет, миссис Шепард, я... Вечно забывают про лекарства. И о чем они думают? В другой больнице всегда давали вовремя. А здесь... Представиться. Меня зовут Мэдисон Пейдж. Я журналистка. Вы не расскажете мне о вашем сыне? Мне не нравится больница. Еда здесь совсем невкусная. Второй сын, брат. У вас был сын Джон, и у него был брат-близнец. Принесли лекарства. Пора пить лекарства. Второй шанс. Другой ваш сын, миссис Шепард. Брат-близнец Джона. Как его звали? Какой еще сын? У меня нет другого сына. У меня не было детей. Да не, это у нее. Вспоминайте, миссис Шепард. Брата Джона отдали приемным родителям, когда случилось несчастье. Вы помните фамилию приемных родителей? Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Я люблю смотреть телевизор. Так, ждем еще варианты. Сын виновен. Джон. Вы помните Джона? Мой Джонни. Он такой хороший мальчик. О! Так. Ваш сын в беде, миссис Шепард. Он совершил что-то ужасное. Его надо найти. Вы понимаете? Что-то ужасное мне или не знать? Он ни разу не пришел ко мне. О, так, вспомнила про сына. Ужасно забывать родную мать. Я знаю, что случилось тогда в Карнаби. Вы помните? Карнаби, говорите? Я, кажется, жила там много лет назад. Ага. Денег у нас тогда совсем не было. Еле сводили концы с концами. Миссис Шепард, ваш сын может быть причастен к убийству. Вероятно, вы можете рассказать что-то, что поможет расследованию. Вы новенькая? Где мое лекарство? Ну? Где мое лекарство? Может, лекарство ей дать? Вам редко приносят цветы, миссис Шепард? А мы Нет, видели цветы. Я их люблю. Мой сын знает, что я люблю цветы. Он мне их принесет. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю.
Чтобы она вспомнила фамилию приемных родителей, мне придется просидеть с ней несколько дней. Шон Марс уже погибнет. Так, давай осматривать что-то. Что это? Бля. Фотография какая-то детская, да? Это ваши дети, миссис Шепард? Ага, да, да. Джон и его брат? Это они? Они да. Хорошие детки. Отец совсем не любил их. Вечно пил. Нелегко им жилось на свете. Окей, а что в нижнем ящике? Пустой? Да. Так, что еще можно посмотреть? Кажется, это работает. Надо найти, что еще ей можно показать. Оригами. О! Типа, давай птичку сложим, да? Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. А какая твоя любимая? Типа другую? А как мне понять, какая ее любимая? Так, секунду. А, фигурка? Собачка. Ее любимая фигурка. Ага, окей, давай собачку искать. Собачка. Так, это не собачка. Птичка. О, собачка. Давай собачку. Вот собачка. О, вы тоже умеете складывать собачек? Конечно. Мои училась. Детки любили оригами. Я учила их складывать. Да мы уже поняли, Джону что твой один сыночек. Собачки. И каждый он называл убийца. Макс. Макс, Макс, Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Макс. Но он все равно называл каждого песика Макс. Странно, правда? Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Может быть, цветы принести? Память возвращается к ней. Пожалуйста, вспомните. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. А помните, цветы были? Хотя это что? Вы сами сделали эти фигурки? Мои бумажные зверушки. Дети так любили играть с ними. Я научила своих мальчиков их складывать. Да, мальчиков, миссис Шепард. Джона и... Как звали вашего второго сына? О! Второго сына? У меня был один сын. Крошка Джонни. Ага, не вспомнила. Нет смысла тратить время зря. Стоя здесь, я ничего не узнаю. Сын придет с цветами. Идем за цветами. Мы можем потом вернуться? У меня вопрос такой. Если да, то мы можем пойти взять цветы. Она же ждет сына с цветами, правильно? То есть мы сейчас возьмем цветы, и она скажет такой: о, сынок там как-то и назовет его. Ну, не можем? Вот. О, бери. И поставим ей в вазу. Вот. А я сразу хотел цветы взять, если честно. И теперь идем. Поставим ей цвет. Ну, поставим цветочек ей. Окей. Не, надо сейчас сразу что вспомнить. 100%. Оп. Вазочку ей. Ну. Какая милая орхидея. Дети любили орхидеи. Дети. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб, я приносила орхидеи на могилу. Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка. А теперь у меня забирали второго. Это ужасно. О, так как второго звали?
Приемные родители, миссис Шепард. Вы помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя миссис Шепард? Как его звали? А я любила его. Если бы вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали. Подойдите-ка. Итан. Сейчас скажет такая Итан. Прикиньте. И она охерела. Наверное, это было имя Итан. Ну, я так думаю, что сказали Итан. Она такая, в смысле Итан? Ну, если у нее такая реакция, могла быть, мне кажется, только на Итана. Но Итан не убийца. Значит, получается, как я сказал, что все-таки первый сын не умер. Он остался живым. И он теперь мстит за то, что его не спасли. Но вот уже в следующем выпуске мы с вами и продолжим. А с вами был Андрей Чент. И увидимся уже в новой части. Всем пока.